одних холмах левого берега реки Оки раскинулся один из древнейших и красивейших городов России, пользующийся популярностью у туристов и паломников – город Муром. У этого города огромный культурно-исторический потенциал. Он славится своими чудотворными иконами, православными святыми, памятниками архитектуры. В Муроме вот уже 40 лет работает школа, в которой созданы крепкие музыкальные и художественные традиции. Трудится слаженный, сильный коллектив, из стен которой каждый год выпускаются талантливые музыканты. Мы говорим о детской музыкальной школе номер 3 имени Николая Григорьевича Лаврентьева. Детская музыкальная школа номер 3 была организована в 1971 году по инициативе замечательного человека, директора крупного муромского завода имени Орджоникидзе Николая Григорьевича Лаврентьева. Из развалившегося практически полностью здания за короткий период, буквально за полгода, была отстроена наша замечательная школа. С 1980 года школу возглавляет талантливый руководитель, энтузиаст своего дела, заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Ильинична Петрова. В настоящее время она является основателем и руководителем образцового хорового коллектива старших классов, который был образован в год открытия школы. В хоре поют учащиеся фортепианного, струнно-смычкового и вокального отделений. Визитная карточка хора – многообразие и разноплановость репертуара. Одна из главных особенностей музыкального исполнительства хора – ощущение стиля, яркая черта, светлый, полетный, певучий звук. Хор является лауреатом областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов городов Владимирской области, областного центра, Москвы, Севастополя, Крыма, Феодосии, Франции. Хор выступал в таких известных концертных залах, как Храм Христа Спасителя, Музей культуры имени Глинки, концертный зал Академии имени Гнесиных и многих других. С 1993 года в школе работает вокальный отдел. Отдел возглавляет преподаватель высшей квалификационной категории Наталья Лювина, которая неоднократно становилась лауреатом конкурса педагогического мастерства в номинации «Сольное пение». Вокальное отделение существует уже 20 лет в школе. Дети занимаются с 6 лет до 16-17, то есть до окончания общеобразовательных школ. Сейчас на вокальном отделении занимается 30 человек. Два преподавателя работают, то есть у нас существует сейчас два класса вокалистов. Дети постоянно участвуют на различных конкурсах, от городских, у нас проходит городской конкурс вокалистов в нашей школе, областной конкурс проходит раз в 3 года, где наши дети неизменно занимают первые, вторые, третьи места. Также дети постоянно участвуют во всероссийских, международных конкурсах. Вокалисты, конечно, являются украшением любого концерта. Среди учеников и выпускников школы три обладателя стипендии администрации области «Надежда земли Владимирской» для одаренных детей и молодежи в области культуры, 15 обладателей городской стипендии главы Алексея Ермакова. Прекрасная подготовка открыла для выпускников школы двери музыкальных училищ и консерваторий. В школе проходят замечательные праздники посвящения в первоклассники, выпускной вечер с обязательным капустником, где выпускники – настоящие артисты. Преподаватели и учащиеся гордятся историей родной школы и стараются приумножить ее славу. За 40 лет своей деятельности школа выпустила свыше 1500 учащихся. Она молода, полна творческих устремлений и с оптимизмом шагает в будущее. Пройдена огромная дорога. Грандиозные проекты успешно воплощаются в жизнь. Все это потому, что каждый преподаватель верил и верит в созидательную силу искусства. Сегодня я нисколько не боюсь с 20 веком временно расстаться.
Позвольте я на несколько минут вернусь опять к старинному романсу. Я вас люблю, я думаю о вас. Вы для меня смятение отныне. Покорно жду ответа ваших глаз и повторяю в мыслях ваше имя. Я вас люблю, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя. Одни меня, наверное, не поймут, другим улыбку спрятать не удастся. Но все же я на несколько минут вернусь опять к старинному романсу. Увидев вас всего лишь только раз, во мне открылся мир неповторимый. Я вас люблю, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя. Я вас люблю, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя. Грустит романс тревожно и светло, и к вам непостижимо в слове каждом приходит откровение одно, как вы в мою судьбу вошли однажды. Уйдете вы, скажу вам в добрый час, но мир без вас мне явится пустыней. Я вас люблю, я думаю о вас и повторяю в мыслях ваше имя. Я вас люблю.